Бен. Так, вроде настроил, пока не смотрел, что по FPS, поэтому надеюсь, все будет нормально. Давай на офицере. 40 FPS. Походу придется понижать настройки. Ладно. Сейчас по геймплею посмотрим. Может вообще 5 FPS сейчас будет. Вот, ну сейчас 20. То есть приятно. Приятный FPS. 160. Ебаные цефы. Зачем вы так ярко появились? Неделю спустя. Остров Лингшаф, Филиппинское море, 14 августа 2020 года. Это что, ВВС США? Эй, Номад, ты живой там, а? О, здорово, шут. Итак, слушайте, господа. На острове замечены значительные силы противника. За нами преимущество неожиданности. Эти корейцы не знают, что мы здесь. И не узнают, кто их убил. Тише, псих! Не отвлекайся! Операция секретная. Задача найти и спасти. Мы здесь не на войне. Пока. Что? Пророк, известно хотя бы, живы они или нет? Это нам и предстоит выяснить. Связь с доктором Розенталем пропала неделю назад, когда корейские войска заняли остров. 2 дня назад мы приняли сигнал бедствия с судной экспедиции. Кто-то хочет, чтобы его нашли. Ладно, прошу убить маски. После выброски держитесь со мной. Раскрытие по сигналу. Внимание, 5, 4... 3, 2, 1. Пошел! Побежали. До встречи на земле! Надо будет пофиксить. Теперь нам поручили гоняться за какими-то археологами? А впрочем, это пара пустяков. Санса жесткая. Слышал я об этом парне. Похоже, он действительно раскопал что-то интересное. В любом случае, мы здесь явно не из-за него. Итак, группа, внимание! Штаб переносится на Конституцию. Пока не наладим с ними связь, мы сами по себе. Раскрытие по команде! Давай! Что за черт? Вы видели? Ломат ранен! Он потерял парашют! Парашют! Чертов парашют! И запасного нет. Держись, парень, ты над водой. Костюм должен погасить удар. Достаточно энергии. За озвучку Бурунова уже лайк. Я в норме, только прицел барахлит. Что это было? Не знаю, но ты далеко от зоны высадки. Выбирайся на берег. Иду. Кто-нибудь попал в зону высадки? Похоже, всех раскидало. Перекличка. Псих здесь. Уже на марше. Шут на земле. Иду в зону. Хочется кое-что попробовать, если это можно сделать сейчас.
Can it run crisis? Давай максимальные, кроме отключаем трассировку. Идет загрузка, 20 FPS. Посмотрим. Ацтек, не вижу твоего сигнала. Ответь, прием. Ацтек, ответь. Черт. Пророк, я на берегу. Ты здорово ударился об воду. 49 FPS. Ладно, оставим на... Ну ладно, текстуры оставим на максималках. А, подожди. Костюм частично поврежден. Нужно провести диагностику. У тебя камера барахлит. Давай попробуем так, размытие выключим и DLSS на баланс. У меня все-таки 2060, а не 3060. Тяжело ей с таким справляться. Недостаточно энергии. Отлично. Теперь все в норме. Я тогда вертикальную синхронизацию включу. Да боже мой, дайте поиграть. Висинка все ломает, блядь. Так, найдите шута. Маскировка активирована. Маскировка активирована. Максимум брони. Бля, он сдох. Я не хотел. Маскировка активирована. Прикольно. Так, параметры игры. Инерция оружия. Конфигурация управления, чувствительность. Да ну. Во, ну, блядь, все равно. Проверь глушитель. Будь осторожен, Номад. Впереди противник. Маскировка активирована. Достаточно энергии.
Маскировка активирована. Блин, парни, я не хотел. Вы сами меня вынудили. Пророк, это Ацтек. Как слышно? Слышно хорошо. Доложи ситуацию. Меня что-то ударило в полете. А, я застрял в деревьях. Понял. Держись, помощь скоро будет. Ломак, давай сюда. Прикрывай. Давай, пошли за Ацтеком. Так. Корейцы. Четверо. Тебя заметили? Нет. Но они близко. Секунду. Что-то. Максимум брони. Ацтек, ответь! Матре Сантиссима! Ацтек, заткнись! Живо! Не убоюсь я зла! Не убоюсь я зла! Не убоюсь я зла! Вот зачем таких бойцов, которые вот в такой ситуации паникуют, пиздец. Приучены же должны быть. Не, я ничего не говорю, но мне кажется, побыстрее надо. Нома, включи защиту. Никогда не знаешь, когда она пригодится. Чё? Что это? Максимум брони. Боже, что же тут случилось? Пиздец тут случился. Ты слышал? Но наш без боя не сдался. Если он умер, конечно. Не нравится мне это. Ты еще медленнее иди. И вообще, что без маскировки? Когда рядом может быть противник. Черт! Сукин ты сын! Ацтеком. Мертв, босс. Твою мать! Черт возьми, что там случилось? Я не знаю, но сдается мне, мы там не одни. Кто у вас там? Корейцы? Никак нет, сэр. Есть четверо мертвых корейцев, но убил их явно не Ацтек. Их прикончило что-то еще. Разорвало на части. Вот ведь. Ладно, воздайте почести и идите. Встречаемся на месте высадки. Как насчет Ацтека, сэр? Оставить его тут висеть? Никак нет, я его уничтожу. Костюм не должен попасть в руки корейцев. Отойдите. Черт, никогда не привыкну. Адьё, действительно. Тебя. Шут, займись его костюмом и замети наши следы. Номад, отправляйся в зону высадки. Понял, босс. Выполняю, пророк. Подожди-ка, впереди какое-то движение. Включи маскировку. Маскировка активирована. Вот это озвучка. Разберись с ними тихо и по-быстрому. Что за чертовщина? Недостаточно энергии. Маскировка активирована. Маскировка активирована. Номад, только что пропала связь со штабом.
отказала вся система тактической обстановки. Похоже, корейцы включили глушилку. Где-то в твоем районе. Понял. Найди и отключи. Ясно, пророк. Выполняю. Почему Бурунова так редко зовут озвучивать игры? Прикольно же. Мы обнаружили корейцев на побережье. Достань бинокль и следи за ними. Бинокль на Б. Вижу большую антенну. Похоже, это и есть глушилка. Блядь, где? Ага. Маскировка активирована. Вижу врага. Маскировка активирована. Контакт потерян. Недостаточно энергии. Вот почему я так далеко, они меня замечают. Ага, все понял. Маскировка активна. А, стрельба тут отзывчивая, мне нравится. Маскировка активирована. Что, как я... Что, регистрация въебала будет? Максимум брони. Ебать, друг, вы часом не охуели? Понимаю, машине пиздец. Чао, езжа. Все нормально, брата. Понял, пророк. Лол, наебнул пацанов. Как он так ускоряется? Максимум брони. Недостаточно энергии. Кидаю! Большое скопление противника. Не светись. Если ты попадешься, они вызовут подкрепление. Максимум брони. А патроны-то будут у меня восстанавливаться или типа... Кринге.
Блокировка активирована. Выходи и сражайся, Янки! Недостаточно энергии. Маскировка активирована. Бля. Бля, я борщинул, да, я думаю. Убить его! Прикрывай! Да плюнь ты! Хотя бы тут патроны есть, уже радует. Ух ты, блядь. Так, настройки. Что у нас по температурам? 80 градусов. Давай высокие поставим. А, подожди. Высокие. Только текстуры на максималку поставим и трассировку лучей выключим. Потому что мне не нравится FPS. Блять. Трассировка лучей не выключилась. Ну. Заеб... Подожди. Я поставил настройки меньше, сука, урод ты ебаный, блять, почему? Почему, блять, FPS хуеты? Сори, браза. Это я, наверное, заберу. Ну, блин, мне не нравится вообще. Собственно, я поставил выше текстуры и DLSS на качество поставил, и что? И у меня FPS выше. Почему? Как это работает? Понял. Времени мало, Номад.
Включи режим ускорения. У нас на пути корейский КПП. Прорваться будет непросто. Собери все гранаты, которые сможешь Ладно. Найти. Я пройду все по бочке. Достаточно энергии. О, маг. Поступило сообщение, что штаб корейцев находится на восточном мысу. Ты должен проникнуть туда и собрать сведения об их укреплениях. Передаю координаты. Понял. У нас на пути корейский КПП. Прорваться будет непросто. Собери все гранаты, которые сможешь найти. Времени мало, Номад. Включи режим ускорения. Тут где-то третий. Тут где-то третий был. Где он, блядь? Маскировка. Максимум брать. Я убью тебя, лодочник. Можно тебя поднять, нет? Ну ладно. Ну да, конечно, блядь. Номад, ты приближаешься к штабу. Советую включить маскировку и пробраться туда незамеченным. Да нет, давайте постреляемся. Я не вижу. Вижу. Спидран по Майнкрафту тогда устроим. Маскировка. Недостаточно энергии. Убил. Хе-хе-хе, бой. Ух ты. А, не, не буду. Не хочу это менять. Так, тут... Северокорейские вооруженные силы эвакуируют тысячи людей с острова Лингшан в Филиппинском море. Почему? Послушаем, послушаем. Еще пострелять, чтоб наверняка. Максимум брони. Прикол. Мне нужен автомат. Вот боеприпасы. Пистолет тоже неплохо было бы, да. Пророк, я в связном фургоне. Проверьте каналы. Попробуй войти в их тактическую сеть. Да, как нехуй.
копирую. Данные у меня. Иду к месту. Маскировка активирована. Судя по этим данным, они эвакуировали все гражданское население за считанные дни. Что же они скрывают, черт возьми? Кроме того, этой операцией командует сам генерал Рич Хан Кон. Думали, будет легко? Не тут-то было. Кон — серьезный противник. А еще с ним элитное подразделение корейского спецназа. Маскировка активирована. Так, ну тут здесь нечего, да? Ну, поехали. Тахометр, спидометр, все работает. Маскировка активирована. Достаточно энергии. Маскировка активирована. Я хочу все зачищать, я всех нахуй выкашу. Дробовик. Вы все с дробовиками были? Хоть один вменяемый человек был нормальным ганом. Ты приближаешься к линии обороны. Попробуй прорваться с помощью гана. Маскировка активирована. А у меня разве гранаты есть? Блять, не успел ударить. Ты приближаешься к линии обороны. Попробуй прорваться с помощью крана. Так, давай. Это, в принципе, не сложно, если... Два пистолета, вау. Выходим, быстрее. Маскировка активирована. Максимум брони. Маскировка активирована. Максимум брони. Вот нормальные кифтыме парни. На. Ладно, можно пройти, тогда не хуй с ним. Маскировка активирована. Недостаточно энергии. Максимум брони. Так кто ж, блядь, знал? Максимум брони. Маскировка активирована.
Довольно-таки просто было. Так, боеприпасы. Дробовик. Не дробовик. Будем знать, что на эту кнопку надо выкидывать гранаты. Мне ж не надо туда лезть, правильно? Ага, все вижу. Я как энерджайзер. Зов Луцки. Да блин. Помехи какие-то. Вовремя ты пришел. Че у вас, ребят, случилось? Ну, что скажешь? Ну, это... А как он тут оказался? Похоже, кому-то крупно не повезло со швартовкой. Похоже, блин, мы в тупике. Видимо, да. Да, со штабом связи больше нет. На острове слишком сильное статическое поле. Эй, босс, смотри сюда! Хорошая карта. Смотри, район выделен. Похоже, раскопки были именно в этой долине. А ты уверен? Нет. Я нет, но это все, что у нас есть. Надо идти. Я никуда не пойду, пока ты мне все не расскажешь. В сказки про найти и спасти я больше не верю. Ага. Интересно, откуда корейцы взяли этот проклятый луч? Точно! Похоже, мы вляпались в какую-то дерьмовую фантастику. Я уже рассказал вам все, что нужно. Полная чушь! И ты это знаешь! Астек мертв! А мы даже не знаем, что его убило! Я сам видел, босс. Его разорвало напополам. И с чем же мы тут имеем дело? Явно не только с корейцами. Шут прав. Если бы Розенталь был простым придурком, нас бы тут не было. Замолчи, псих! Вы все знаете. Задача найти людей, этим мы и займемся. Выходим немедленно. Что за... Это приказ. Что-то есть. Бля. Шут попался. Надо идти, надо идти. Живо. Вперед, ну. Видишь его? Куда он ушел? Сюда, вперед! Куда он ушел, блять? Он никуда не ушел, его утащили. Вот черт, ты это видел? Держите курс, надо найти Шута! Идем на восток! Вперед, вперед! За ним, живо, живо! Бля, дайте боеприпасы хоть подберу. Че добро пропадать, правильно? Нет, где твоя? Вот она. Давай, побежали, 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 блядь. Не, помехи. Ребята, ребята, помехи! Блядь, я уж думал, пиздец. Переборщил. Такое бывает, ладно. Ничего страшного, главное. Но не помер, а загрузился в следующую главу. Да, FPS, конечно, вообще не радует. Мертв. Сукин сын. Черт возьми! Что это было, босс? Нас раскидало как мух. Если бы я только знал, честное слово. Отойди, я его уничтожу. Прощай, друг.
Костюмчик бомбовый, честно говоря. А что, подобрать-то можно? Чё добру-то пропадать? Чё, стелсим или как? Маскировка активирована. Псих, прикрой нас. Понял. Номад, иди со мной. Черт возьми. Вокруг одни трупы. Похоже, все чисто. Иди к фургону. Я сейчас попробую влезть на канал Корейский. Номад, вы с психом охраняйте периметр. Да. Так, похоже, они взяли заложника из гражданских. Время в километре отсюда. Возможно, кто-то из людей Розенталя. Номад, иди в разведку. Осмотри деревню и узнай как можно больше. Я останусь тут и прослежу за развитием событий. Приоритет – заложник. Ясно? Ясно. Псих тебя прикроет, когда закончит. Вас понял. Выдвигаюсь. Недостаточно энергии. Тише, ребята. Впереди могут быть снайперы и техника. Иду к месту встречи. Остаюсь на связи. Номад, я займу высоту. Сообщи, когда войдешь в деревню. Маскировка активирована. Запалят, не запалят. Почему именно здесь они остановились? Ну, Рил, блядь, что за приколы? Меня палят там, где палить в целом не должны. Недостаточно энергии. Блядь. Маскировка активирована. Ебался, блядь. Нахуй вы такие живучие? Козёл, блядь. Ну зачем пугаешь? А он от двух выстрелов ебало не умер. Что это такое, блядь? Камни, пиздец. Ты же говорил. Самый, который устроил знаменитую резню. Он-то что тут забыл? Не знаю, но будьте осторожны. Это опасный тип. Маскировка активирована. Впереди корейский радар. Недостаточно. Найди терминал и войди в их тактическую сеть. Он ранен. Он не ранен. Блин, дробовик. Да нет, двое. Максимум брони. Что? Я при максимум брони умер от гранаты? Вы не поверите, но похоже, этой операцией командует сам генерал Рич Хан Кхон. Тот самый, который устроил знаменитую резню. Он-то что тут забыл? Не знаю, но будьте осторожны. Это опасный тип. Впереди корейский радар. Найди терминал и войди в их тактическую сеть. Маскировка активирована.
Это пиздец. Дробовик. Максимум брать. Пусть с вами, ребята. Максимальный боезапас. Круто. Поэтому надо бы еще взять. Я сказал, надо взять еще. Как они не реалистично умирают? Только пуль в рожу они выдерживают. Ладно, я в нанокостюме. Это специальная разработка. Автомат, да. Пророк, я у радара. Копирую данные. Внимание, у нас есть точные координаты заложника. Его держат в здании школы. Проверь карту. На радаре что-то есть, похоже, сюда идет большой флот. Что-то не верится. Целый флот, и все из-за нас? Не отвлекайся. Сейчас твоя задача найти заложника. Максимум брони. Ну ладно, хоть для калаша в достатке патронов. Маскировка активирована. Да. Недостаточно энергии. Я что-то слышал. Вас понял. Маскировка активирована. Максимум брони. Жить. Далеко мне? А, рядышком. Маскировка активирована. Недостаточно энергии. Блять, минное поле. Маскировка активирована. Максимум брони. Шок-контент.
Максимум брони. Как долго он умирал, боже. Я его не видел, убил типа вообще в инвизе был. Я надеюсь, тут не умные мины, которые, блядь, взрываются только нахуй. Максимум брони. Похуй, обойдем. Козлопас получается. Максимум брони. Мы одновременно. Максимум брони. Что за приколы, блядь? Мы одновременно друг друга убили. Максимум брони. Вот что это за хуйня? Как я должен на территорию школы заходить? Понял. Все, контрольная точка на друг. Так, сек. Да блядь! Проще этих типов сначала убить, да ну? Потом вот этого, блядь. А с текстура летает. Ну, дефолт, я считаю. Максимум брони. Они его не убили, он сам умер. Блять. Татарил не ждан. Максимум брони. Максимум брони. Нахуй мне этот пистолет, блядь, сдался. Точность этого пистолета оставляет желать лучшего. Номад, занимай здание. Иду к тебе.
Чего занимать, нахуй, оно свободное. Маскировка активирована. Недостаточно энергии. Не вижу, где он. Максимум брони. Бля, вы живучие. Я тебя прикрою, босс. Этих археологов. Тише, милая. Что с тобой? Я в порядке. После этой фразы у меня достижение. Тише, милая, было. Батовский. Его разорвало на куски. Мы думали, нас никто не спасет. Что вы так долго? Билли, проблемы с поисками вашего катера. Катера? Катера нет. Я вызвала Лэнгли неделю назад. Никто не пришел. Мы пошли в гавань, но что-то... Что-то не пустило нас. Это что-то убивает людей. Где остальные ученые? Бодовский мертв. Все остальные на раскопе. К востоку от вертодрома, над водопадом. Помогите им. Они сами не знают, что нашли. Проводишь нас, милая? Прости, милый, но я не пойду. Я еле выбралась оттуда. Чё тебя съебало? Чё оно такое кривое? Мы следили за работой Розенталя. Он раскопал статую в джунглях. Только это не статуя. Она передает сигналы. Они привели нас к постройке в горах. Розенталь говорит, что это памятник древней цивилизации. Но мы не уверены. Мы что-то разбудили. У нас мало времени. Спасите людей Розенталя и освободите остров. Что бы это ни было, оно не должно достаться корейцам. Извините, что вмешиваюсь, но у вас проблемы. В этот район направляется бронетехника. Лучше бы вам уйти оттуда. Займись этими танками, Номад, а я провожу нашу леди в безопасное место. Вот сука. Всю грязную внимание, работу мне. Номад. В этот район направляется бронетехника. Разберись с танками, и тогда мы сможем выйти. Максимум брони. Недостаточно энергии. Максимум брони. Как я въебу его? Честно, сомневаюсь, что это так сработает. Ой, блядь. Лучше броню, мне кажется, завязать, да. Максимум брони. Недостаточно энергии. А, ёбаный в рот, блядь. Ёбаный в рот, что у меня есть. Внимание, Номад! В этот район направляется бронетехника. Разберись с танками, и тогда мы сможем выйти. Кринж. В этот район направляется бронетехника. Разберись с танками, и тогда мы сможем выйти. Максимум брони. Максимум брони. Разберись с ними, а то мы выйти не можем.
тысячу попроще? Или прикажи, что попроще, потому что это пиздец. Максимум брони. Максимум брони. Максимум брони. Все чисто. Мы выходим. Номад, мы идем к раскопу. Понял. Похуй. Достаточной энергии. Блять, где эта комната? Вот она, еба, я еще возьму. Как бы грех отказываться от добра, правильно? Правильно. Возьму и патроны для дробовика. Вообще все соберется, я беру. Блять, машина переехала. Что-то много патронов я начал тратить, не? Это все мне. А где твой ган? Так, тут может что-нибудь интересное есть. Недостаточно энергии. А, да, выключу. Ладно, погнали отсюда, что тут делать. Нам не так далеко надо двигать. Это псих. Иду в точку эвакуации. Заложницы на буксире. Понял, псих. Сообщи, когда она будет в безопасности. Схватил ее за жопу. Передаю координаты. Быстрее сюда. Я ж правильно понимаю, мне сюда. Максимум брони. Недостаточно энергии. Тебе показалось, брат. А, блядь. Немного. Только пистолетных патронов и, блядь, не использовать пистолет, ну, с одной стороны, ну, кал эти пистолеты, с
них даже прицелиться нельзя. Черт, здесь кости! Здесь полно корейцев, черт знает чего еще! Это что-то уже многих убило! Надо идти дальше! Иду вдоль реки к пещерам! Встречаемся там! Понял, иду! Максимум брони. Слышь, ты собакоед, бля, ебальный кухни. Максимум брони. Достаточно энергии. Почему дальность-то... Вот эта машина линию дала. Не, ну чисто фартовый парень. Боже, кажется, я нашел Бодовский. Похоже, это та же тварь, что убила Ацтека и Шута. Продолжай идти, Номад. Осталось найти еще троих. Надеюсь, они будут в лучшей форме. Номад, будь начеку. К тебе идет корейский патруль. Ты видел? Маскировка активирована. Открыть огонь! Достаточно энергии. Максимум брони. Максимум брони. Выпустите ремастер Need for Speed Most Wanted 2005 года, блядь. ПЖ. Максимум брони. Зачем мне гранаты, если я ими не пользуюсь? Припасы для калаша мне всегда нужны. Впрочем, мне похуй, стреляйтесь, если хотите. Максимум брони. Недостаточно энергии. Ждем. И let's go. И... Туда падать-то я не хочу. Максимум брони.
достаточно энергии. Съебался. Идем, Номад. Дорога на раскоп идет через эти пещеры. Ну, погнали. Заложница работала на ЦРУ. Ты знал это? Правда? Если бы это имело значение, я бы сказал тебе раньше. Реликвия. Используя прицел, вы стабилизируете оружие, что позволяет стрелять точнее. Блин, я не знал. Не знал. Это подсказки на уровне. Сними штаны, чтобы посрать. Я так и не смог достучаться до штаба. Похоже, опять глушилка. Надо найти и уничтожить. А пока мы сами по себе. Район, отмеченный на карте, в 3 километрах отсюда. Чем скорее мы закончим, тем лучше. Пророк! Черт возьми, пророк! Что за черт? Пророк, слышишь меня? Теперь действительно сами пророк, по себе. Ответь! Черт! Дополнительно. Номад, это майор Стрикланд из штаба. С вашим командиром только что пропала связь. Сигнал от костюма не поступает. Что у вас там за чертовщина? Пророк пропал. Недостаточно энергии. Повторяю, пророк пропал. У нас 2 убитых, а пророка только что схватила какая-то тварь. Она уволокла его в джунгли, он обречен. Сейчас мы тебя эвакуируем, сынок. Сиди тихо, а я пока быстренько организую борт. Как нет, сэр. Я выполняю задание. Нам известно место расширения Ренталя. Его держат на раскопе где-то рядом с корейской базой. Иду за мной. Уважаемый сынок, но помочь не могу. Наш спутник глушит корейцы. Если ты найдешь и обезвредишь генератор помех, я загружу свежие снимки и попробую найти твой раскоп. Понял, майор. Заранее спасибо. Максимум брони. Достаточно энергии. Максимум брони. Максимум брони. Максимум брони. Позвольте осмотреться. Просто осмотреться. Апон. Недостаточно энергии. Отлично, Номад. Система заработала. Судя по снимкам, рядом с рекой есть база корейцев. Передаю координаты. Продолжаю поиск раскопа. Стреляйте! Максимум брони. Максимум брони. Который не заметил. Ну, мне тут делать больше нечего. Посмотрим, можно тут пройти или нет. А, можно. Все, найс. Недостаточно энергии.
Маскировка активирована. Блин. Так. Лягушки. Это мы забираем. Недостаточно энергии. Маскировка активирована. Я попробовал понаглеть. Маскировка активирована. Маскировка активирована. На пожога. Блядь, за что? Максимум брони. Откуда меня ебашили? А тут есть F5? Нет, ладно. Маскировка активирована. Маскировка активирована. Маскировка активирована. Пошел в сраку. Где второй? Блять! Найс. Маскировка активирована. Маскировка активирована. Надо же. Патроны кончились. Максимум брони. Туда его, ёптыч. Блять, еще один. Наван, ты приближаешься к базе противника. Мы планируем штурм острова. Постарайся добыть сведения об их укреплениях. База хорошо охраняется, так что работай тихо. Поздно. Че, ускорение-то сегодня будет, блять? Он заебал об лесенке стукаться. Об текстурки эти ебучие.
А, похуй. Ага, тут нельзя, нельзя сохраниться, пон. Максимум брони. Добьем душ. Максимум брони. Так сказать, для пущего эффекта. Максимум брони. Недостаточно энергии. Блять, а, да сука, обо что я стопаюсь, я не понимаю. Маскировка активирована. В тактическую сеть. Я крыска. Передача завершена. Принял, Номад. Отлично. Похоже, силы противника сосредоточены вокруг горы. Это поможет нам уменьшить потери. Кстати, мы нашли свой разгон. Сейчас передам координаты. Вот. Советую раздобыть машину и двигаться по дороге. Энергии. Ладно. Наверное, все-таки машину взять не помешает. Вообще похуй, ребята. Ребята, похуй. Проскипали. Недостаточно. Просто энергии. Сделали жесткие хейбаля. Маскировка активирована. Что за ультразвуковое насилие моих ушей? Поехали. Была хорошая попытка, но залетел я на уверенных, блядь.
я первый выстрелил. Вот сука. Я вообще не вижу, куда стреляют, если честно. Максимум брони. Максимум брони. Так, еще один выстрел я оставлю для снайпера. Недостаточно энергии. Че? Блять. Сука! Нихуя он фристайла ебанул. Максимум брони. Вижу врага. Продолжайте искать. Маскировка активирована. Максимум брони. Он убит. Трусливый янки. Так выше янки, блядь. Мы знаем, где вы. У нас... Максимум брони. Бля, где вход? Недостаточно энергии. Ага, все пон. Ебать, как все сложно. Ща, патрончики надо. Вот это тоже надо. Генерал Кхон, послушайте. Результаты замеров крайне необычны. Надо понять, с чем мы имеем дело, прежде чем продолжать. Я уже устал. 17 FPS, катсцена, блядь. Это другое. Другие находки в Афганистане, в Сибири, были сильно повреждены. Это первая целая находка в истории. Мы должны быть осторожны. Нет времени, доктор. Американцы уже на острове. Вопросы дипломатии меня не волнуют, генерал. А должны бы. Ваш Пентагон тут же все засекретит. Неужели вы думаете, что они предоставят вам такие же условия? Я понимаю. Мне просто нужно время. Съемка вот-вот завершится. Нас интересует только храм. Мы
Мне не нужны ваши черепки, доктор. Это не черепки. Это углеродный механизм. На 2 миллиона лет старше человечества. Сейчас это не важно. Храм – источник. Храм? Боже мой, да мы даже не знаем, что это. Не знаю даже, что будет, если его открыть. Так-так, пошли первые изображения. Что за... Не может быть. Там что-то движется. Не может быть. Боже, Кон, остановитесь, не делайте этого, слишком опасно. Вы же не знаете, что внутри. Папа, что с тобой? Елена, останови его. Уходи оттуда скорее, они еще живы. Кто жив? О чем ты говоришь? Находка! Она живая! Она... О, Боже! Папа, мы зафиксировали всплеск излучения в твоем районе. Что ты сделал? Уходи оттуда, быстро! Что за... Кто ты? Спецназ США. Пора выбираться отсюда. Слава богу! Хон и мои, моя дочь, в той шахте в горах. Вам нужно найти их. Мы допустили ужасную ошибку. Что я наделал? Недостаточно энергии. Что произошло, блядь? Ёбаный компьютер, дедок. Мы зафиксировали выброс энергии в центре острова. Черт возьми, что там у вас произошло, сынок? Потом объясню. Я на раскопе. Срочно нужен борт. Он уже вылетел, сынок. Подходящая площадка в 5 километрах вниз по реке. Найди лодку и отправляйся туда. К тебе приближаются войска противника. Держись, парень, сейчас будет жарко. Ёбаный в рот. А я не менее жесткий, блядь. Маскировка активирована. Мне нужно тачку спиздить. По сути, это и всего. Их можно даже не убивать, но я убью. Недостаточно энергии. Максимум брони. Ну, ребята, я с вас поймал патрончики. Лягушка. Ребята, у меня к чау ежи момент, сори.
я самурай. Едем. Гелики. Не стреляйте, не стреляйте. Маскировка активирована. Недостаточно энергии. По пути, может, встречу автомобиль какой-нибудь, на котором смогу догнать по фасту. Выполним, наверное, этот квестик и закончим. Пизду. Меня в этой игре порадовало все, кроме FPS. Недостаточно энергии. Раз, чё ты все так долго делаешь, блять? Ебаная ты, Иуда. Ебать. Опа. Багуй ты так. Гандон. Его зовут Фрэнк, он будет нашим другом. Он пойдет с нами. Новый друг Фрэнк. Он держит их в шахте. Логично. Там сосредоточены большие силы противника. Что бы там ни было, нас туда пускать не хотят. Зайн фу, бро. Недостаточно энергии. Максимум брони. Максимум брони.
недостаточно энергии. Вертолет — эта штука неприятная. Маскировка активирована. Смейте под контроль точку эвакуации. Ну, каким образом? 2-6. Подхожу к площадке. Готовься к эвакуации. Отбой. Площадка все еще под обстрелом. Повторяю, площадка под обстрелом. Мы не сможем приземлиться, пока здесь не будет тихо. Зачисти площадку, Нома. Маскировка активирована. Недостаточно энергии. Стрикланд, как слышно? Максимум брони. Я тут не один в нанокостюме. Да уж, черт подери! У них же не должно быть этой технологии! Слабое утешение, но их костюмы выглядят как дешевые подделки. Я понимаю, что я должен зачистить точку эвакуации, но ведь... Максимум брони. Но ведь должны быть еще противники, потому что квест у меня не засчитан, блядь. Сейчас исправлю. Недостаточно энергии. Гриф, это Номад. Все чисто. Погнали. Понял, Номад. Снижаюсь. Жди. Максимум брони. Номад, мы ждем сигнала к началу штурма. Авиация скоро прибудет, а мои ребята уже готовятся к высадке. Встретишься с ними и отправишься в самое пекло. Надеюсь, ты готов к войне, сынок. Понял. Не то чтобы готов, но... Как правило, выбора тебе не дают. Ты либо воюешь, либо тебе пизда. А, пилоты не мна, она на костюмах, блядь. Приветствую вас, сэр. Ты как, Номад? Я гляжу, ты живой, а? В курсе насчет пророка? Мне будет не хватать этого ублюдка. Теперь ты веришь? Похоже, шут был не таким уж и чокнутым. Истинно так. Да. По поводу твари он не шутил.
Поддерживайте кнопку прыжка, чтобы выполнить усиленный прыжок. Так, это и есть надо костюм, о котором все болтают. Эй, я тоже такой хочу. Ага. Станет дядя Сэм тратить миллион баксов на твою тощую задницу, Джонсон. Черт, вы все заткнетесь, когда я получу костюм. Я буду круче, чем ниндзя. Ага. Хочу на это посмотреть. Так, парни, вы в зоне боевых действий. Там внизу целая куча зениток. Я сделаю круг и сброшу ловушки. Потом садимся. Мы нарвались на корейцев. Их артиллерия долбит по этому хребту. Пригните головы, а то оторвет. Ага. А зачем мы тут садимся? Либо пушки, либо зенитки. Пушки мажут чаще. Дальше я вас не поведу, господа. Никто не прогнулся. Удачи вам. Черт, как же я хочу такой костюм! Санитар, принимайте раненых! И улетайте быстрее! Остановка! Боже! Идите за мной, сэр! Ну и на этом можно заканчивать, да, по сути.